Здравствуйте, добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с учениками 5-7 классов, которые вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» и собрались в Артеке для участия в решающем этапе этого мероприятия. Глава государства также связался с участниками семейной смены всероссийского конкурса «Большая перемена», которая проходит в Архызе. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая объединила 200 участников конкурса и их родителей всех регионов страны. И сегодня на видеосвязи с Архызом был президент России Владимир Путин. Участники самого масштабного детского семейного проекта рассказали главе государства о своих впечатлениях от конкурса в целом, о знаниях и навыках, которые они приобретают. Впереди их ждут различные образовательные программы по личностному развитию детей, беседы-практикумы, игры, спортивные квесты, семейные путешествия по маршрутам Карачаево-Черкесии и многое другое. В Архызе съемочная группа «Вестей» встретилась с участниками первой смены всероссийского конкурса «Большая перемена». Мурат Джанкёзов о значении мероприятия, семейных ценностях и впечатлениях гостей. Праздник семьи, любви и верности. На фестиваль под названием «Родные и любимые» приехали ячейки общества со всей страны. Папы, мамы и их умные дети. Семья Дьячковых из Московской области в Архызе впервые. Для 11-классницы Нателлы победа в конкурсе «Большая перемена» стала самым большим успехом школьной жизни. «Большая перемена» сплотила огромное количество людей. Она позволила открыть новые традиции. Теперь за семейными ужинами мы не только обсуждаем, как прошла неделя, но и обсуждаем, что там нового на «Большой перемене». Мне кажется, это очень здорово, что «Большая перемена» открывает возможности для таких ребят, подростков, как я. Этот конкурс стал для нее, наверное, самым важным этапом, вехой в жизни. Почему? Потому что он в корне изменил подход не только к учебе, к получению знаний, но к общению с людьми. Это настолько великолепное изобретение или открытие нашего руководства для страны, потому что каждый ребенок из самой дальней глубинки может принять в нем участие и победить. Если у него есть стремление, если у него есть желание, если у него есть какие-то мечты, в конце концов, и он этим горит, живет и дышит, он обязательно выиграет в этом конкурсе. «Большая перемена» – самый масштабный конкурс для учеников и студентов в нашей стране. Это сообщество для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. Это площадка, на которой ребята могут реализовать свои таланты, бросить вызов самому себе, стать победителем, выиграть призы и получить яркие впечатления на всю жизнь. Мы участники первого сезона конкурса «Большая перемена». Я победитель, Федя финалист. И вот мы сейчас активно продвигаем это сообщество, рекламируем, можно сказать. То есть мы работаем в региональных командах очень активно. И сегодня мы прилетели совместно на фестиваль. Это мой троюродный брат, поэтому у нас такой получился семейный фестиваль. Вот, и мы прилетели сюда, впервые здесь находимся. Вот, нам очень все пока что нравится. Да, для того, чтобы попасть на этот фестиваль, нам нужно было рассказать о своих семейных ценностях. Нам нужно было снять видео-визитку, которая рассказывала бы о том, какие ценности из нашей семьи, почему мы участвуем в «Большой перемене», как наши родители поддерживают нас. И на самом деле наши родители для нас – это большая опора и поддержка, поэтому мы вместе участвуем в «Большой перемене» и вместе приехали сюда, в Архыз, на этот замечательный семейный фестиваль «Родные и любимые». Семейная смена в Архызе даст возможность конкурсантам и их родителям поделиться своим опытом с другими семьями, обсудить жизненно важные вопросы коммуникации между поколениями. Впереди их ждут игровые и творческие практикумы, круглые столы и мастер-классы, которые проведут известные ученые, телеведущие и журналисты. Большая перемена! Мурат Джанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз. Сегодняшний праздник – День семьи, любви и верности – посвящен всем тем, кто построил свое семейное счастье на принципах уважения, взаимопонимания и взаимной поддержки. Полицейская семья Гаврюшовых из станицы Кродонекская согласилась поведать вестям о том, как им помогают идеалы супружества и благочестия преподобных и благоверных супругов Петра и Февронии. Ахмат Халкечев продолжит. Семья Гаврюшовых Вячеслава и Ирины служат в межмуниципальном отделе МВД России «Зеленчукский» уже больше 10 лет.
Ну а совместный стаж супругов превышает четверть века. Стезя службы в органах правопорядка и предопределила рождение полицейской семьи. Для Вячеслава вопрос выбора профессии особо и не стоял никогда. У него был пример отца Виктора Андреевича, ветерана МВД. Сам Вячеслав Викторович в органы пришел в январе 2010 года. Уже 11 лет тоже за плечами. Бывало трудно, бывало и легко. Здесь мне нравится сама суета на работе, какая происходит. Общение с гражданами. Где-то, еще повторюсь, кому-то опять же быть полезен, кому-то помочь. И как оказалось, судьба не случайно завела Вячеслава в нужное время, в нужное место. Здесь у него состоялась первая встреча с будущей женой Ириной Владимировной, специалистом отдела кадров. Понравилось при первой же встрече, но само осознание, что эта судьба, пришло позже, признается он. Конфетно-букетный период длился 3 года. Ну а Ирина Владимировна рассказывает, что всю жизнь мечтала стать врачом-хирургом. Но, как оказалось, у судьбы были свои планы. В 2006 году, окончив юридический техникум, в 19 лет она устроилась на службу в Зеленчукский отдел внутренних дел. Приоритеты в нашей работе – быть, наверное, честным и совестливым человеком по отношению к людям. Потому что как ты будешь относиться к людям, соответственно, люди будут относиться к тебе. Будущую супругу Вячеслав, как признается она сама, завоевал своей решительностью и ответственным отношением, в первую очередь, за принимаемые решения, за свои действия и ко всему происходящему вокруг. «Именно эти качества, которые должны присутствовать в характере каждого мужчины, и покорили меня», – резюмирует Ирина. Он защитник, он всегда готов для своей семьи быть защитой и опорой. У нас наш папа такой. День семьи, любви и верности, хоть учрежден как светский праздник, имеет глубокие религиозные корни. Дата выпадает на день памяти особо почитаемых у православных Петра и Феврония. Их пример считается идеалом супружества. Ну а праздник в нашей стране введен в 2008 году. После появления ребенка что-то изменилось в вашем сознании, в вашем понимании? Все меняется на корню, потому что становится самое первое, самое все, что необходимо для ребенка сделать, это все только для ребенка. Ребенок на первом месте. Семья сразу становится полноценной. Как ни крути. Полноценной, как выразился сам Вячеслав, их семья стала в январе 2014 года, когда 28 числа родилась дочка Милана. Сейчас ей 7 лет, и она первая помощница своей мамы. В этом году она окончила первый класс. Но планы на жизнь девочка строит вполне взрослые. Она решила воплотить мечту юности своей матери. Ну, расскажи нам, какой он, твой папа? Сильный. Молодец. Еще какой папа? Добрый. Да. Ну, он добрый у нас. Что с работы тебе папа привозит? Вкусняшки. Разные. Да. А ты кем хочешь стать? Ну. Врачом. Ты что хочешь лечить? От каких недугов? Детей. Деток? Педиатром. Педиатром. Да? Ну, тоже хорошо. По долгу службы блюстителям правопорядка нередко приходится оказывать первую медицинскую помощь, психологическую поддержку, в экстренных случаях полицейские в роли спасателя, а где необходимо – пастыря и наставника. Именно осознание того, что твой труд не зря и ты полезен обществу, с лихвой компенсирует все издержки из-за сложности профессии, делится Гавришова. Ахмат Алкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии в горах кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. И порывы будут до 14. Температура ночью 10-15, в горах 4-9, а днем 25-30. И в горах местами до плюс 23. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 13-15, днем 27-29 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. We'll be right back.
Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза провел заседание Республиканской комиссии по ЧС. На мероприятии проинформировали о ходе аварийно-восстановительных работ в тех районах, которые пострадали в результате обильных ливневых дождей. Восстановление дорожного полотна, расчистка водоотводных каналов и разбор каменно-грязевых масс на отдельных участках в некоторых населенных пунктах завершены. В отдельных продолжаются. После проектно-изыскательных работ начнутся крупные дорожные работы. Отдельная тема – помощь тем, чьи домовладения были подтоплены в ходе сильных ливней. По поручению Рашида Тимрезова, главы местного самоуправления, оперативно будут помогать нуждающимся семьям, у которых был нанесен ущерб жилым помещениям, а также чье имущество первой необходимости было частично или полностью утрачено. По результатам оценочной комиссии им будет оказана единовременная материальная помощь. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось заседание общественного совета при ведомстве. Вначале министр внутренних дел по республике Александр Мельниченко за содействие в укреплении доверия между полицией и обществом, активную жизненную позицию, поддержку социально значимых проектов, реализуемых МВД, вручил несколько благодарностей. А председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Мария Табиева рассказала, что в текущем году они продолжили деятельность по профилактике различного вида правонарушений, уделив особое внимание работе с подрастающим поколением. Министр Александр Мельниченко отметил проводимую общественниками работу по повышению уровня доверия граждан к правоохранительным органам и обозначил ряд приоритетных задач и порекомендовал усилить профилактическую работу по отдельным направлениям. По данным оперативного штаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 460 человек госпитализированы. В связи с этим темпы вакцинации в Карачаево-Черкесии выросли в 3 раза. Сегодня прививку от COVID-19 сделали работники культуры. Подробнее Карча Биджиев. Пройти вакцинацию приняли решение работники культуры Карачаево-Черкесии с целью обезопасить не только себя, но и своего зрителя. Сама акция продлится до августа. Со слов организаторов, они учли все условия санитарно-эпидемиологических норм. При себе работники сферы искусства должны были иметь паспорт СНИЛС, заполнить анкету и дать согласие. С этими документами они обратились к докторам и прошли специальную консультацию и опрос. А после, с готовой карточкой, в которой имеется подпись врача, они прошли на вакцинацию. Естественно, после процедуры пациенту все разъясняют, потому что у них появляется масса вопросов. На сегодняшний день это единственный элемент защиты от этого вируса. Мы прекрасно понимаем, что все другие этапы и мероприятия, связанные с борьбой от коронавирусной инфекции, они не столь эффективны, как все-таки вакцинация. Вакцинация – это самый эффективный элемент на сегодняшний день в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 60 человек сферы культуры должны провакцинироваться на этой неделе, считают организаторы. И на следующий приблизительно столько же. В конце августа надеются охватить всех работников культуры, тем самым ослабить хватку вируса. Считаю, что здесь для того, чтобы сегодня получить полную консультацию, для того, чтобы подготовить себя, провести вакцинацию, здесь специалисты городской поликлиники профессионально им все объясняют, и наши коллеги, работники культуры с удовольствием проходят вакцинацию. Также на здании филармонии имеется номер телефона иммунолога-инфекциониста, который проводит круглосуточную консультацию на интересующие вопросы граждан, такие как какой вакциной нужно привиться и какие меры предосторожности нужно соблюдать. Карча Биджиев, Рашид Токов. Вести Карачаево-Черкесия. Таким был четверг Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «За счастьем». Приятного просмотра и ждите вестей.